Над созданием спектакля «С любимыми не расставайтесь» работали совместно группы православного творческого объединения «Мир» и творческой студии «Образ». Сначала постановка по пьесе Александра Володина была учебной, так актеры прорабатывали характеры, а потом материал вылился в полноценный спектакль. Время действия – 1970-е годы. Судья один за другим рассматривает дела о разводах. Тема, мне кажется, актуальная и важная. Сейчас особенно, мне думается, сохранение семьи. С чего начинается разлад в семье, как его преодолеть, как сохранить любовь. Мне кажется, это крайне важным и актуальным и сегодня тоже. Спектакль не раз показывали студентам с РФТИ, которые оставляли после просмотра самые теплые и трогательные отзывы. Для саровских зрителей показать постановку удавалось редко. В воскресенье 20 ноября у всех желающих будет отличная возможность увидеть «С любимыми не расставайтесь» на сцене православного творческого объединения «Мир». Начало в 16 часов. Для зрителей старше 16 лет. Почти во всех историях причиной является измена кого-то из супругов. И это действительно действует просто разрушающе, уничтожающе. Удивительно, студенты хорошо у нас откликнулись после спектакля, они пишут отзывы, что они как-то прониклись. Творческое объединение «Мир» также восстанавливает и свой известный спектакль «Сестры» о судьбе репрессированных дивеевских монахинь, только уже в обновленном составе. По словам режиссера Ирины Семенчук, многие зрители хотят снова увидеть постановку и ждут ее возвращения в мировский репертуар. Спектакль по документам, воспоминаниям о сестрах, по их каким-то небольшим воспоминаниям. И мы полностью обновили состав, потому что тот состав девочки выросли, поступили учиться, уехали из города, вышли замуж некоторые. И уже в спектакле не участвует полностью новый состав. Спектакль «Сестры» покажут 27 ноября для зрителей старше 12 лет. Также «Мировцы» и студия «Образ» уже работают над зимней премьерой – спектаклем «Метель» по повести Пушкина. А для ребят помладше к Рождеству творческое объединение готовит сказку «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.